Всем привет, привет, ребят, гости, подписчики нашего канала. Вот, хочу сказать всем большое спасибо, что подписываетесь, смотрите наш канал. Нас уже больше 300 подписчиков, точнее 304. Вот, пришлось приобрести вот такой инкубатор. Это, не, сразу говорю, не наш инкубатор. Мы его взяли на буквально на 4-5 дней, пока наши инкубаторы заняты другим яйцом. Вот, это инкубатор Blitznorma. Также программируем, как на матрице Дели. Зажимаем плюс и минус. Вот, 37,8. Также можно регулировать плюсом и минусом. От 35 до 40 градусов. Нашему яйцу надо, куриному, 37,8. И заводом так установлено. Две ванночки на 55% влажности. Вот, получается, пришло яйцо. Там какая-то путаница с яйцом вышла, что, оказывается, яйцо наше пришло. Мы заказывали 50 штук этих. Яйценоская порода называется Loman White, которая несет до 400 яиц в год, получается. Эти куры-несушки несут каждый день яйцо, бывает и утром, и вечером. Вот. Ихнее яйцо заложили, сюда влезло 70 этой породы. Вот. 50 наше яйцо пришло, мы его забрали. И чтоб уж полный лоток закладывать, что на продажу, что для себя, взяли уже 70 яиц. Вот. И прекрасно в этот лоток все яйцо вошло. Ну вот. Получается, на дне еще утиные яйца. Накопили буквально за сколько? 5-6 дней. Там на дне 10 яиц. Одно за сегодня туда положили. И вот сейчас со стайки принесли еще одно утиное и одно бройлерное яйцо. Тоже решили проверить. Ну вот, вот такие вот дела. Вот, воскопировали яйцо. Без нашего яйца было тут около 130 яиц было загружено. 31 яйцо, не наше, это оказался брак. Вот, пол инкубатора пустое место, получается, остается. Из наших двух закладывая 4 утиных яйца, уток черевели, 2 с зародышем и 3 яйца от наших бройлеров. Из 3 яиц 2 с зародышем. Вон то яйцо Украины и вот это брат написано. Ну вот, вот такие вот дела. Приобрели инкубатор Blitznorma. Вот, получается, этому яйцу сегодня 17 дней. Завтра 18 день пойдет, последний день. Вот, получается, завтра последний день проветривать надо. 18 день. И на 19, 20 и 21 число яйцо лежит горизонтально. Лоток поворачиваем. Яйцо раскладываем. И все, будем ждать вылупа. Получается, в субботу. В субботу будет 21 сутки. Вот. Blitznorma. Ой. В нашем инкубаторе цыплята выведутся. Получается, с Blitznorma надо будет сюда лоток поместить и тот инкубатор отдать. Ну вот. Вот такие вот дела. Всем большое спасибо за просмотр. И всем пока-пока. Подписывайтесь, кто не подписан.